Надо сделать кнопочку, да? Он такой большой. Офигеть. У тебя есть детокс? У меня детокса с собой нет. Он сейчас ляжет. Всем привет, друзья, с вами Паучи, это игра Ark Survival Evolved модифицированный. Мы продолжаем выживать на карте Центр с модом Анунаки. Я тут, ну я вот буквально только что зашел, успел только камушка собрать дедикурусом нашим дорогим. И вот собрал по всем верстакам весь хитин, который у нас есть, получилось 13503. Так, теперь посмотрим, сколько из этого, даже не 1000, да? У нас на сколько умножается? На 6. 800 на 6. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Я доволен. Получается 4800 примерно, да, по-моему, хитина, если я правильно считаю. Ну, как бы, если неправильно, поправьте меня. Так. Почему я все это делаю? Потому что я думаю, что нам надо немножечко заняться базой. Блин, одно удовольствие. У нас, кстати, смотрите, топижара, что ли, застряла? 530-я? Да ладно. Кстати, мне написали про стрелы Анунаки. Я посмотрел просто, улетит она или нет. Ну, по-моему, она конкретно застряла. Наверняка, у меня потому что лук есть на 182 урона. И есть довольно много уже стрел. Надо посмотреть, из чего они делаются. Я их уже изучил. Ну, давно уже изучил. Мы, по-моему, еще в каких-то начальных сериях изучали. Но из чего они делаются? Полимер, редкий гриб, цементная паста. А почему бы и нет? У нас, по-моему, с грибами-то все нормально. Так, включаем режим Леголаса. Она у меня увидела и получает за это стрелу прям под копчик. И почему мы не ложимся? Еще одну. Две стрелы. И сколько у тебя оглушения? 14700. Ну нет, Дрейк, конечно, посильнее бьет сейчас. Потому что я Дрейка в урон практически все вкачал. Но сам процесс мне нравится больше. Принять. Погнали. Сколько у тебя чего? 7400 хп, 1450 выносливости. Кислород нам не нужен, в принципе, вообще. Еды до хренища. 991 веса. Ну, кстати, неплохо. Урон 917 и скорость. Неплохо, неплохо, я бы сказал. Но тебе я буду, наверное, качать вес. Блин, не могу даже двигаться. Все деревья порубил, блин. Ладно. Где у нас пультик? Нас ничто не остановит. Так, у нас есть 9053 угля. Сюда его кидаем. Что нам нужно? Еще селитры до хрена. Селитра — это кремень и камень. Камень я туда закинул. Погнали за кремнем. Бобер, пока что на парковку. Офигеть, тут дрейки как вертолеты со всех сторон. Сзади красный, спереди зеленый. Причем он пролетел куда-то прям целенаправленно. Офигеть, назад летит. Что за жесть тут происходит? Раз. И все, да? Убираем лук. Так, опять я Дрейка слышу. Да ё-моё. Даем тебе седатив. И даем кибл. Принять. Все, иди домой. Представляете, кто-то забил альфа-дадо. Тащи тело. Он такой большой. Офигеть. Я бы мог выдру притомить им, наверное. По-моему, еще одному птеру пора идти на отдых. О, яички. То есть эти два снесли яички. Типа, нет, нет, это не мы. Ну ладно, вас оставлю. Но тебя-то по-любому оставлю. Ты бы мог и не нести яйцо. Тем более, что ты мужик. Так. Вот этот. Вот так вот. Так, минус птер. И паркуем диморфодона туда. Ну вот так и получается, что пелагорнис, топижара, диморфодон, ледяной птер будет, огненный
отравляющий и аргент. Ну, желтого птер, желтый птер, он не в счет, он бесполезнейшее животное, просто-напросто не нужен. Первое, что я хотел сделать, это подъемничек, направляющая обычная, направляющая S+. Small elevator track, то есть это маленькая, да? Здесь, получается, надо будет фундамент довести куда-нибудь до какого-нибудь логичного завершения, да? Так, как бы нам сделать так интереснее? Так, сюда, сюда. И здесь он уже, получается, выходит. Да, и вот так. Прям в камень. А мы, получается, забираем. Ну-ка, как все это снаружи-то смотрится? Ну, в принципе, терпимо, да? Можно опустить стенки в пол, в принципе, да, и все. А ну-ка, направляющие. Давай, встань нормально. Так. 3, 4, 5. И, наверное, получается 6. Да, все 6 потратили. Интересно, смогу ли я убрать верхнюю, чтобы не сломать нижнюю? Но нижняя тогда должна, получается, в фундамент упираться, да? Отличненько, отличненько, спуск готов. Так, генератор, наверное, запилим вот сюда куда-то прям, да? Мешает он здесь? А где начало фундамента? Получается, раз, два, да, и вот три, вот фундамент. Вот так может? Так вроде не мешает. Нормалек. Проводочек. Где он? Он здесь, да? И розетка. Розетка у меня готова. Ну, типа, вроде как должно работать. Да? Запитано. Подъем. Так, и поднимет он нас выше, чем надо. Ну, это логично. Вот так он должен быть в максималке. Ну, по идее, ребята, если я все правильно сделал, то я могу сейчас верхнюю спилить. Давай, спуск. Чуть пониже. Есть, спилил. И теперь она будет подниматься, как нам надо. Вообще офигенно. Вообще. Ну-ка, если я поставлю бордюрчик еще один. Он даже не будет закрывать ничего. И здесь. Во. И типа раз. Здрасте, как дела? Что тут во дворе нового? Что интересного? Ну вот, ребят, смотрите, как получилось у меня. Получается... Вот здесь я поставил дверку, она не срабатывает, когда так подходишь, но генератор отсюда я не могу достать, чтобы закинуть в него топличку. Вызов. Надо сделать кнопочку, да? Вот так он спускается. Вот здесь, если мне надо топливо закинуть, я подхожу и закидываю. По-моему, очень даже удобно, комфортно. И подъем. Мне кажется, вообще то, что надо. То, что надо. Так, вот здесь бы я, конечно, немного поменял. То есть я поставил бы дверку, точнее стеночку. Здесь мы поставим еще один заборчик и потолочек сверху. Есть у нас? Есть. Для чего? Мы все-таки, наверное, сделаем кнопки для лифта. Готовчик. И сюда куда-то ее надо запилить. Вот первое. А вторая у нас будет, ну, справа тоже, да? Тоже не тоже, но справа. Вот здесь. Допустим, лифт у нас поехал наверх. Поехал, уехал. Мы подходим. Типа, что за фигня? Давай спускайся. И он спускается. Офигенно. Пора заняться безопасностью. Хотя бы биологические турельки, да, поставить. Вот здесь можно наверху поставить, там за забором. Здесь можно, там можно, везде можно. Ну-ка, ребята, все отдыхаем. Все на заслуженный отдых. Какой жесткий, а. Ну, вроде поспокойней стало. О, еще скоробейчики заспавнились, отлично. Ждите, пока проголодается.
Заспавнились. Одного я, видимо, убил. Принять. А ты что, до сих пор не голодный? Принять, домой. Мне проще вот киблов нафармить, чем тут эти какашки ждать от гигантозавра. Куда бы их впендюрить? Да, в принципе, сзади печек, я думаю, для жуков, учитывая, что я их нашел на вулкане, будет самое оно, да? Только осталось ровно поставить. Так, ровно? Наверное, не очень. Да не, нормально. Все три прям сюда поставим, может быть, даже добавим попозже. Три жучка. Теперь надо позаботиться о том, кто будет поставлять нам катехи. Фиомию я не удосужился еще затамить. О, далеко бежать не пришлось. За мной, мой друг. А тебе, наверное, дадим Golden Kibble. О, она уже начала свою работу. Ну-ка, давай-ка дадим тебе ягодки. Поставим поудобнее. Где-то вот здесь, наверное, да? Вот так. Самое оно. И погнали. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Я слишком много нажимать не надо, потому что оно начинает исчезать. Гомницо. Поэтому надо собрать сначала и потом опять нажимать. Что там у тебя по весу? Совсем скромно, да? О, нормально. Поведение, включить блуждание. Нормально, я не ожидал. Тогда давайте еще. Неужели и зеленая заспавнилась? 435-я, ребята. Следующая серия, скорее всего, будет водная. Там огненная практически топовая. Здесь зеленая 435-я. Я думаю, что в следующей серии мы поплаваем. Немножечко поплаваем. 31, 60, 88. Мне почему-то кажется, что нам этого с головой хватит. Ну, давайте еще возьмем. Чтобы уже наверняка. Теперь прям 100% хватит. Вот и еще. Собирал я себе спокойненько волокно. А какого ты уровня? 280-я. Блин, я бы ее притомил. Мне она так нравилась. Надеюсь, он под забором не трется. Вот он, вот он. Сколько у тебя чего? Да он, как бы не убить его, блин. Как бы не убить. Во. Поймал. В лоб. Да, все простенько. Лови. Принять. Вот, так как-то привычнее. А выдру я поставил вот сюда. Как-то прыгал, 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 скинул. В итоге получилось. На улице прекрасная опять погодка. Погнали ставить дотики. Небольшие дотики, я думаю, больших-то нам не надо. Нам только отогнать живку. Пока что поставим самые обычные доты, вот такие. Вот так. Вот так. Потом можем добавить уже нормальные турели. Пока, я думаю, хватит и таких. Здесь она просто вставится. И сюда. Вот такой вот получается дотик. Надо теперь зафигачить сюда семена. И пока что какашки. Потому что у нас не готовы нормальные еще удобрения. Пока что так. Минимальная защита появилась у нас. Воду, естественно, я проводить не буду. Здесь на центре, на этой карте центр, дожди почти каждый день. Поэтому я не заморачиваюсь. Вот здесь поставил одну. Вот тут одну во внутреннем дворе. Потому что здесь не имеет смысла снаружи. Если кто-то сюда зайдет, ну вы сами понимаете, да, что с ним будет. Вот здесь я поставил одну, один дот. Вот здесь поставил дот. Вот здесь и один вы уже видели возле черного выхода с этой стороны. Вот здесь. В принципе, это, ну, я считаю, что это минимальная защита. От рейда она, конечно, не спасет.
Она спасет нас вот от таких вот всяких животных, чтобы они здесь не бродили, не мешали нам. Возможно, спасет от каких-то БАДОС. Возможно, утверждать не буду, потому что пока что не пробовали. Но я обязательно поставлю здесь еще по возле каждого дота дотик с турельками. Когда мы их сделаем, мне нужно наделать очень много пороха. Ну, а пока что я буду копить порох, делать турельки, делать патроны и распихивать сюда. Обязательно в эти турельки будут добавлять удобрения. Наши скоробейчики очень хорошо делают удобрения. То есть я уже забирал у них не один раз. Пока что ставил. Ну-ка, посмотрим. Вот еще два готова и два уровня. То есть, в принципе, вот смотрите. Они по два почему-то делают и очень быстро. Так, сейчас я нахреначу говняшек. Учитывая, что есть Фиомия, я, конечно, могу просто говном забить все эти грядки, но я думаю, что лучше заморочусь, поиграю, посижу и сделаю по-нормальному. Тем более, что в Скоробею, смотрите, сколько помещается, охренеть просто. Мне нужен хороший Терезина. Терезина нужна обязательно, потому что нам нужно позаботиться о сборе грибочков. Я не помню, Терезина собирает ли он цветы. Не помню. Но я вот вижу 550-го на радаре. Осталось найти, где он бродит. Это будет сложнее. Потому что я, честно, не очень до сих пор понимаю, какой радиус у этого радара. Вот и какой. 275-й. Давай, чтобы не путаться, мы будем их убирать. Блин, пропал с радаров. Не туда я побежал. Но учитывая, что я целокантов и манту вижу на радаре, я так понимаю, что неплохо так он добивает. Представляете? Прямо возле водной базы. Вот так вот. Ну, окей. Так. Свистим всем пассив. Чтобы обезьяна в него, не дай бог, не стреляла ничем. И раз, два, три в голову. Да ладно, он еще не уснул до сих пор. Четыре. Пять. Как сильно бьет. Побежал. Шесть в задницу. Офигеть, аж шесть стрел, блин. Ничего себе. Крепыш какой. Даем тебе седатив. А, это лечилка, ё-моё. Даем седатив. Даем кибл. Принять. Классное животное. И они здесь очень так активно спавнятся вот вокруг моей базы. Мне, в принципе, в этом плане повезло на Терезину именно, да? А ты какой? 245-й. Давай мы на тебе немножко подкачаемся, что ли. Сразу 1000 урона. Я ему еще ничего не качал. Луна уже. Луна, да. 609. Так долго забивает раптора. Давай. Давай, 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 давай. Блин, по 609 тоже нормально, согласитесь. Еще 12 уровней. Давай, давай. Завалили бронтика. Ну и сколько? 8 уровней. Отличненько. И сколько мы теперь бьем? 1196. Ну куда ни шло. Вот с этих деревьев, по-моему, падают грибы, да? Терезина плавает и дерется во время того, как плывет. Поэтому, в принципе, мы в относительной безопасности. 25 редких грибов. Да. Шикарно. С грибами у нас проблем не будет. Я не помню, собирает ли он цветы. Надо найти вот эти коричневые цветочки, которые на болоте растут. Блин, он на дерево фармит офигенно. Во! Вот это уже другое дело. Я надеюсь, здесь нет пиявок. А так? Азубери. Нет, собирает, смотрите. Только не собирает почему-то с них редкий цветок. Значит, это не те цветочки, что ли? А, вот, собрал. Собрал, вручную собрал. А Терезина?
не собирает. В общем-то, надо кого-то другого для сбора цветочков, да? Вот у нас алкашек ходит, 535-й. Самые обычные расцветки. О, там бойня идет. Кто с кем? Элит Дилофазавр с Prime Alpha Dodo. И Бронтик. Какое-то месиво на этом острове происходит. Я думаю, что можно попробовать этого алкаша приручить. Правда, я не в защитной броне. У меня есть один Gold Kibble. Ну-ка, сзади подойдем. И все. Вот так вот приручается алкаш, да? Ну, кстати, ребята, а Терезина нафармил 144 цветочка. Я как-то, видимо, когда много вот надписей выпадает, может быть, цветочки просто не вверху были и поэтому не попадали на экран. 144 он нафармил. Может быть, даже и алкаш и не нужен был. Ну, как бы все равно мне интересно, фармит он или нет. Давайте все-таки сгоняем. Да, он ягоды вполне себе сносно собирает. Урон у него вкачан, в принципе, да? Изначально, потому что он не малыш. Во, мы можем пообщаться с этой змеей и получить опыта. Ну-ка я в тебя кину камень. Блин, пока ты кинешь, тут можно это уделаться. Офигеть, она вырубает его. Офигеть, не вырубай меня. Офигеть, сейчас он ляжет. Офигеть. У тебя есть детокс? У меня детокса с собой нет. Он сейчас ляжет. Беги, беги, паучи. Так, она на него заагрена. Я же могу тебя вырубить. По идее, да? Пока ты там его кусаешь. У тебя что, нет оглушения, что ли? Эй. О, Терезина, короче, вписался. И тоже лег. И змея легла. Где оглушение змеи? Какого уровня? 565-я, охренеть. Вот я, блин, настворил делов здесь. Здесь все нормуль? Здесь все нормуль. Интересно, можно ли змею притомить вот таким вот стандартным способом? Ай. Мне кажется, что нет. Скинулось ей всего лишь 200 еды. Давай еще. Ой, да ладно. Да ладно, она приручилась. Офигеть. На тебе детокс беспомощный. Пошло на убыль, видите? Отличненько. Ну-ка, слезь с нее. Куда тебя такую использовать, здоровенную змею? Оу! Оу! Вот это да! Вот это офигеть! Домой! Барионикс меня точно снимет с крокодила. Ой, с этого, с хеликоптера. Блин, раз Барионикс, два Капразух. Уже увидел, сейчас прыгнет, да? Ну, как-то не очень он удачно прыгнул. Это он, конечно, зря. Не, лошадка не подходит явно. Лошадка явно не подходит. Нафиг мы ее приручили, я не знаю. Буду собирать, значит, Терезиной. А на этом, друзья, я думаю, пора заканчивать серию. Я надеюсь, вам понравилось. Серия получилась немного такая строительная. Наполовину строительная, наполовину, как всегда, со всякой фигней на нашу пятую точку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.